5 лет назад на Ближнем Востоке работала группа спецназ. У командира группы был оперативный псевдоним «Черный пес». Андрей Рубцов. Вернулись только Устинович и Рубцов. Остальные официально пропали без вести. Значит, один из черных псов выжил и работает на Гарднера. Мы проанализировали параметры нового двигателя русских. Они открыли нечто неординарное. Мы занимаемся тем, что мы пытаемся остановить Гарднера, но мы не знаем, что он задумал. За деньги он мать родную продаст. Гарднер вас уже один раз провел, проведет и снова. Нужна экипировка, оружие и боеприпасы. Вера, внимание, вы в опасности. Он рядом с вами. А меня можно было поставить в известность? Простите, товарищ генерал. Передай Рубцову, что мое предложение работать у нас остается в силе. «Черный пес». Продолжение. 13 июня в 19:40 на НТВ.